Единственное учреждение здравоохранения самого крупного села Находкинского городского округа было демонтировано после пожара в 2021 году. На его месте построен новый ФАП по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Теперь более 500 жителей села Душкино получают первичную и неотложную медицинскую помощь в современных условиях. Губернатор Приморья Олег Кожемяка посетил недавно открывшийся фельдшерско-акушерский пункт во время рабочей поездки в муниципалитет. ФАП теплый, просторный, есть фельдшер, можно делать диспансеризацию, забор крови, есть комната, где продаваться будут лекарства, и сейчас уже там они продаются, поэтому жители тоже самое довольны. Вот, то есть я думаю, что это хорошее подспорье, тем более здесь Тушкино, Ливадия, район, где требуется медицинская поддержка, потому что много очень летом туристов. Поэтому это хорошее решение. Также сейчас в современном медпункте пациенты могут пройти вакцинацию, снять ЭКГ, измерить артериальное давление, получить справку или рецепт, пройти лечение. По краю еще несколько будет создано в этом году ФАПов. Вот, они позволят лучше охватить медицинским обслуживанием населения, которое проживает в таких небольших населенных пунктах. Олег Завьялов, Анна Дьякова. Новости на Восьмом.